29 глава книги пророка Иеремии. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, который Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония, и царица, и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Елиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хелкина, которых Сидекия, царь иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь». И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите: Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне? Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе этом, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф: вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровой язвой, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Колии, и о Сидекии, сыне Маасеи, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их перед вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так: да сделает тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих,
и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, я свидетель, говорит Господь. И Шимаи, нехеламитянину, скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Софонии, сыну Маасеи, и ко всем священникам, и писал, Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блестителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать, плен будет продолжителен, стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их. Когда Софония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господне к Иеремии. Пошли ко всем переселенцам сказать. Так говорит Господь о Шимаии нехеламитянине, за то, что Шимаия вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато так говорит Господь. Вот я накажу Шимаию нехеламитянина и племя его. Не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу.